что, мальчик? Я боюсь. Мама, я тебя люблю. Хозяин! Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. Вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. Сегодня у нас новый необычный челлендж. Совместно с одним каналом. Это девчонки из канала Катабася. Сегодня мы будем давать друг другу задания. Катя, самое лучшее, что с тобой случится, это они. А что вы делаете? Катя и Василиса, привет! Привет! Привет, Ксюша и Маргарита! Привет! И мы рады, что вы принимаете участие в нашем новом челлендже! Челлендж заключается в том, чтобы исполнить трюк с трех попыток, который вы отправите нам, а мы вам. За каждое задание будет предлагаться какой-то подарочек, который либо останется у своего владельца, либо отправится в долгое путешествие через океан к своему новому владельцу. Ну что, вы принимаете наш вызов? Тогда поехали! Это задание специальное для Ксюши. Эта шляпка будет твоей, если ты повторишь мое задание. Эта шапка от Бока. В этом клубе играл известный футболист Марадона. Задание заключается в том, чтобы сказать три раза быстро на скорость такие слова. Мамала, бабала, дабала, мамаля, бабаля, дабаля. 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 Я это сделала за 6:43. Ты готова побить мой рекорд? Ну что ж, желаю тебе удачи. Я, наверное, не смогу это сделать. Я попробую. Мамаля, дабаля. Мамаля, бабаля, дабаля. Мамаля, дабаля, бабаля. Если я не могу сказать это медленно, значит быстро, тем более. Мама ля да была баба. Мама ля бабала да была. Баба ля. Мама ля бабала да была. Я не могу выполнить это задание. Ну что, ребят, смотрим следующее задание. А вот этот приз для того, кто сможет выполнить мое задание. Это майка сборной Аргентины. Этот номер лучшего футболиста Месси. Ну что, перед тем, как выполнить мое задание, надо немножко растянуться. Я обычно так растягиваюсь. Ваша задача достать до носа. Только большим пальцем ноги. Раз у нас есть три попытки, то мы это попробуем сделать втроем. Я, Ксюша и Каролина. Я не уверена, но я попробую. Вот так. Да, ну, даже до головы достать не могу. Тут там. Nope. Теперь я. Так, угу. А в другую сторону. Вот. Нет, не могу. Почти! Там только до головы достает. Мне тоже не получается. Мы не справились с этим заданием. Итак, следующее задание. Привет, я Ева. И в этот раз мы разыгрываем вот эти модные очки. Они очень стильные и такие необычные, скажем так. Так вот, чтобы выполнить задание и получить эти очки, вам понадобятся стаканы. Что ж, смотрим задание. Итак, следующее у нас задание. Мы решили все-таки провести эксперимент со стаканчиками. И мы подготовили 16 стаканов, и больших с одним соком, и маленьких стаканчиков с другим соком 15 штук. Готовы? Да. Поехали! Ей! Со
задание нам понадобятся стаканчики. Большие и маленькие. Они у нас не стеклянные, а пластиковые. Сейчас мы их будем наполнять водой. Сейчас оставим большие. И наполним их такой вот синей водичкой. И в маленькие стаканчики мы наливаем розовую водичку. Фиолетовый. Офигеть, это фиолетовый. Так, ну что, а теперь ставим стаканчики. Ну что, ребят, мы уже готовы. Страшно немножко, но... Ну что, начнем. Я боюсь. Смотрите, они стали фиолет. Мы справились с этим заданием. Смотрим следующее задание. Для этого задания нам нужно будет такой костюмчик. Ну, и в любом случае я в пандочке, а вы как хотите. А еще подушечку, чтобы я была чуть-чуть пухленькая. И моя сестра Ева тут будет нужна. Привет! Сейчас мы будем выполнять суперзадание из йоги. Ну, вы можете привлечь свою младшую сестру Каролину, если вам тяжело будет выполнять это друг с другом. А, точно, мы же забыли, подарочки. Да. Так вот, если у вас получится, то есть, что значит получится? Вы, тот, кто сверху, оторвет руки и споет три раза «I believe I can fly», ну, не всю песню, а именно фразу из песни «I believe I can fly», то это значит, что у вас получилось. Тогда вы сможете выбрать любой набор маты, любого цвета, какой захотите. Ну и помните, у вас всего три попытки. Ну а мы, пожалуй, начнем показывать этот смертельный номер. Сделать надо так. Для этого задания мне нужна Каролина. В костюме жирафа. Я постараюсь ее поднять ногами. Не знаю, если получится. Она тяжеленькая. Каролине нужна подушка. Заталкиваем подушку. Вот такой вот у нас пузатый жирафик. Макс. Все, жирафик. Я ложусь. Каролина должна лечь сверху на мои ноги. Вот так. И раз, два, три. Ребят, мы убрали подушку, потому что она очень сильно скользит. Амелия, мы уже потратили две попытки. Так, ребята, у нас последняя попытка, и попробует мама. Да, потому что у Маргариты сил не хватает ее удержать. Давай. Так. Так, все? Давай. Держишься? Я тебя... Ты не дергайся только, ладно? Хорошо? Вот так удобно? Да. Так, тихо. Все, не дергайся и пой песню. Раз, два, три. Амилая. А еще раз, Амилия, как инфляй. Амелия, мы флай! Амелия, мы флай! А сейчас следующее задание. Привет, девчонки! Я Нона, я мама девочек и тоже решила принять участие в этом челлендже и передаю привет вашей большой семье. Так вот, задание для вашей мамы Анны. Дорогая Анна, я знаю, что ты очень любишь заниматься спортом, ходить в фитнес-зал, и это мы знаем из ваших влогов, мы все любим смотреть, правда, девчонки? Вот. Так вот, задание заключается в том, чтобы на обычной скакалке за 30 секунд побить мой рекорд. Я смогла 90 раз прыгнуть за 30 секунд, то есть тебе нужно будет либо прыгнуть столько же, либо побить мой рекорд. И за это, если ты сможешь побить мой рекорд или прыгнуть тоже 90 раз, мы тебе подарим вот такой подарок.
Это уникальное ожерелье. Вот, оно состоит из, сделано из розового кварца и серебряными, украшено серебряными цветочками и натуральным речным жемчугом. Очень красивое ожерелье, но в чем его уникальность? Его изготовила местная аргентинская дизайнер ювелирных украшений Дебби Макдональдс, которая делает ювелирные украшения для всего кинематографа Аргентины. Безусловно, всегда работает на площадке с Натальей Орейро, делает уникальнейшие вещи, действительно произведения искусства. Поэтому, я думаю, ты останешься очень довольна, и у тебя будет большая мотивация повторить мое задание, чтобы получить этот красивый и уникальный приз. Итак, давайте смотреть, как это все происходило на самом деле, чтобы вы увидели, что это было действительно так. 3, 2, 1, go! Это задание для меня. Я уже готова. Скакалка. Веревка то есть. И сколько раз я прыгну за 30 секунд? Так, у меня есть 3 попытки, да? Попробуйте, было бы неудобно. Фух. Так, все. Готово. 1, 2, 3. Все. Давай, 1, 2, 3. Я не знаю, точно получилось 90 или нет, но при монтаже еще посмотрим. Ну что, ребят, на этом наш челлендж заканчивается. Надеемся, он вам понравился. Не забывайте переходить на канал Ката Вася и посмотрите, как они справились с нашими заданиями. А на сегодня все. И всем пока! Пока!